Международный опыт в укреплении единства мусульман, современные формы и методы. В Махачкале проходит международная богословская конференция. Для участия в ней в республику прибыла делегация членов Всемирного союза мусульманских ученых. Конференция началась с чтения аятов священного Корана. Говорили о трудностях, которые переживает сейчас мусульманская умма. Все, что происходит в арабском мире под именем ислама, далеко от священной веры. Это религия прощения и помощи. Многие решения, которые принимают террористы, якобы по шариату, зачастую не соответствуют канонам религии. Он передает слово восхищения тем, что и на нашей земле, на земле Республики Дагестан, ему удается встречаться с людьми, которые знают, которые, у которых есть знания, ибо люди, знающие уляма, это наследники пророка, алейхиссалату вассалам. Мусульмане ответственны перед Всевышним Аллахом за каждый свой шаг. Он обязан проявлять справедливость и милосердие, нести добро всем людям, независимо от того, мусульмане они или нет, оберегать и защищать немощных и безвинных людей, останавливать других от совершения бесчестия на земле.